Привет всем, ребята! Вы в гостях у Шамана, и перед вами ролик, в котором я рассказываю вам обо всех новичках месяца среди рыб, насекомых и глубоководных жителей в Animal Crossing. А также я не пропущу всех существ, которые в конце этого месяца покидают наш остров. Более полные и подробные видео за каждый месяц по жукам, рыбам и морским обитателям есть вот в этом вот плейлисте, ссылка на который сейчас, как обычно, появится где-то справа сверху. Нажимайте, смотрите и канал мой поддержите. А если же вы давно на этом канале и собрали большинство живности, тогда этот ролик специально для вас. Еще раз напоминаю, в этом ролике не будут показаны все существа, а только новые и отбывающие. А вдруг, кстати, вы с южного полушария? Смотрите видео по живности за декабрь, все в том же плейлисте. Итак, начинаем видео с рассмотрения списка глубоководных существ. Гидрокостюм для плавания в море, если что, продается в магазине нуков. А мы, значит, смотрим круглосуточных жителей глубин, которые прибывают в этом месяце. Это такой вот газами краб, мидия и еще морской виноград. А вот в период с 16 до 9 вы сможете поймать тигровую креветку и еще вот абалона. А под конец июня на некоторое время покидает игру омар, которого можно поймать круглосуточно, наутилус, появляющийся в период с 16 до 9. И последний, это такой вот сверкающий кальмар, обитающий в ночи, с 21 до 4. Ну что, поймали всех глубоководных? Переходим к рыбам этого месяца. Размеры теней рыб будут изображены, как обычно, на карточках с информацией по каждой рыбке. И первыми у нас круглосуточные новинки. Значит, в реке мы поймаем тилапию. А в море плавает китовая акула, у которой тень с плавником, как и у прочих в принципе акул, которые будут появляться в игре. Вот даже прилипала, ее родственник тоже с тенью-плавником может пойматься в это же время. А еще носатая мурена с уникальной, длинной и извивающейся тенью. В период с 4 до 21 в реке плавает дорада. С 9 до 16 в пруду появляется змееголов. И в то же время в речке плавает пиранья, которая еще появляется и в ночной период. Следующая группа новинок – это рыбы, которых можно выловить в период с 16 до 9. Возвращаемся на море и ловим очередную акулу с тенью-плавником. Это вот такая вот акула-пилонос. А еще большая белая акула. И их третья сестренка – это такая вот рыба-молот. Переходим к реке и поймаем там аравану. И еще арапаиму. И в то же время в пруду плавает где-то там панцирная щука. В период с 21 до 4 мы сможем выловить еще двух речных новичков. Многопера эндлихера и пиранью, если ее, конечно же, вы не поймали утром. Так, с новинками рыб закончили. Посмотрим, кто отбывает у нас под конец месяца. А это будет две рыбы, которые обитают у водопадов и которые ловятся с 16 до 9. Это голец и сима. Ну и как бы все уж теперь точно с рыбами. Очередь за насекомыми. Берем сачки, друзья мои, и следуйте за мной. Круглосуточный новичок месяца среди жучков у нас всего лишь один. Это такая вот бронзовка, которую вы можете поймать на стволах деревьев. С 17 до 4 на вас будет охотиться комар. Постарайтесь поймать его раньше, нежели тот покусает вас. Морфа Менелай порхает по острову в период с 17 до 8. А радужного жука-оленя вы обнаружите на стволах пальм в период с 19 до 8. И последний новичок, вот такой вот светлячок, который с 19 до 4 порхает и в конце этого месяца наш остров покидает. За компанией со светлячком покидает остров листовидная жужелица, которую вы можете поймать круглосуточно на пеньках от срубленных деревьев. В период с 4 до 19 вы уже наверняка ловили белянку и такую же часто встречаемую желтушку.
и с ними за компанию вам может попасться Бианор, которая зачастую спавнится вблизи цветов синей и черной окраски. С 8 до 17 на цветах ползает божья коровка. А многоножка может появиться, когда вы бьете лопатой по камням в период 16 до 23. Жук Голиаф на пальмах появляется с 17 до 8. И наконец мокрицу, как и многоножку, можно будет выбить из-под камней в период с 23 до 16. И это будет полный список всех новичков и отбывающих старичков среди всей живности июня в игре Animal Crossing Новые Горизонты. Всем спасибо за внимание, друзья. Если ролик вам понравился, поставьте лайкус и подпишитесь на канал. А также загляните на мой второй канал с игровыми нарезками по ссылке в описании к ролику. Или же по вот этой вот всплывающей подсказочке. Может, там вам что-то да и понравится, загляните. Я вот начал там игру Лего проходить. Всем всего хорошего, веселых летних деньков. С вами, как всегда, был Шаман. И всем покеда!